Дорогие подписчики, компания «Стройгарант Анапа» поздравляет вас от всего сердца с наступающим 2020 годом. 2019 год получился для нас очень масштабный. Мы продвинулись с вашей помощью, и я думаю, вы очень рады, те, кто здесь живут. Мы всех поздравили лично с подарками. И вот от нашей компании просто хочу вот так вот прочитать от души такое стихотворение. Это классик написал наш, он уже ушел в вечность, Евгений Евтушенко. «Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно. И быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничею шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест, без крестя мы несем, и как сгибаемся у Бога. Чтоб не извериться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, 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 и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно». Уважаемые подписчики, уважаемые коллеги, уважаемые наши партнеры, инвесторы, мы поздравляем вас с наступающим 2020 годом. Пусть у вас все получится. Мечтайте о большем. Кто еще не мечтает даже жить на юге, начните с малого. Просто начните мечтать о переезде на юг, как мы в свое время это сделали. И еще раз от всей души поздравляем вас. Пока в 2020 году. Увидимся. Будьте в курсе всех событий. Чё ты?